Привет! Сегодня у нас 6 июня. И вы просили показать, есть ли люди с палатками. Вот это вот, я знаю, вот в этом районе, это между дома Павловых, Предмаш и Сортировочной. Здесь приезжают такие как бы автобусики и палатки люди разбивают. Днем было еще солнышко, люди загорали. Мы уже пришли после обеда. Ну что, вот палаток нет. Приезжают на машинах, устраивают такие пикники. Здесь под деревьями разбивают такие палаточные городки. Но на данный момент еще никого нет. Еще не приехали. Сейчас пройдемся по побережью. Уже слева идут, к нам какие-то тучи затянуло. Бар «Ковбой», и у них здесь гостиница на втором этаже. Тоже есть «Ковбой», нас знакомые отдыхали. Но говорят, летом очень долго музыка играет, поэтому спать нереально. Сегодня воскресный день, и людей уже, конечно, побольше, чем в будни. Если не позагорать, то хотя бы свежим воздухом подышать. Шурпу, плов готовят. Но пляж пустой еще. Максимка никогда не пропустит зайти где-то покушать. Здесь шведский стол. Вот, чуть-чуть. Вот салаты. Ну, летом здесь все заполнено. Сейчас. Фуршетный стол. По 25-50 за 100 грамм любое блюдо. Тут пицца есть, там первое, десерты еще дальше. Здесь тоже все летом заполнено. Сейчас Максимка выбирает хлебушек, пирожки. Такой интерьер. Наверху посуда, как декор. Казаны, кастрюли. Шоколадные блинчики. Нагоню вам аппетит чуть-чуть. Сегодня у нас борщ. Маленькая порция 300 грамм 33 гривны. И 450, да, 49,50. И бульон куриный с лапшой в ту же цену. Посмотри. Так, открываем. Такой борщик. Так, вот у нас еще здесь взвар, компот, лимонад и фанта. Максимка, ты выбирай себе десерты. Ну, летом, конечно, намного больше. Вот можно себе сделать чаек.
горячий. Кофе еще можно взять разное. Латте, эспрессо, американо. И вот прикассовая зона. Такие пирожки, булочки, батончики. Орешки. Так, вот себе Максик заказал. Борщик, курочку, хлеб и кусочек пиццы. И лимонадик. Максюнь, приятного аппетита тебе. Вот, на щеке у нас 135 гривен. Такой у нас вид из окна. С геранью. Еще зал на втором этаже был в прошлом году. Потом они сделали магазин. Сейчас закрыто. Еще не открыли. У них несколько таких кафе по городу. Вот мы были в Уточкино, здесь есть Уточкино на Дерибасовской. Каких-то из видео мы уже показывали. Ну, у них такой принцип во всех кафе. Как шведский стол. Еще хотела показать вам такие орехи в меде. Что у нас здесь? Миндаль, кешью, аракис, грецкий орех, тыквенные семечки и семечки подсолнуха. Еще у них есть вечерняя скидка, минус 30% последний час работы. Кстати, пользуются отдыхающие, летом берут с собой. Это крем-мед. А на Дерибасовские точки, на здесь вот 30%, а там 50%. Я выпила лимонад, Максим перекусил. Направляемся далее. Вот такие тучи идут. Дождик, и, по-моему, сильный. Прямо пахнет дождем. Мне кажется, или будет ливень. Да, идем быстрее. Очень такой насыщенный запах цветов. И вот знаете, перед дождем всегда... Моя. А, это акация еще пахнет. И вот это растение. Кафе Сканди можно рассказывать. Сюда тоже очень много людей. Что-то он здесь копает. Или это для детей такой аттракцион. В общем, 6 июня. Гуляем. Гуляем, ходим в кафе. Не купаемся. И не загораем. Да, Максюшенька, кто-то в куртках. Здесь раньше тоже все гудело. Музыка, люди отдыхали. Прибой. Мужчина идет и собаку несет. Ну, она вон нет, хвостиком махает. Значит, это ей уже не впервые. Она не переживает, Максимка. Вот он ее отпустил уже и придерживает. Плывет к берегу. Вот там домики. Да. Максим рассказывает, что когда-то делали наши знакомые дни рождения. Нам кто-то сказал, что там где-то за одним домом там есть. Это новое такое построили. Возле Гольфстрима. Максим, одна твоя макушка видна. Поставили мангал, можно бесплатно жарить. Жарьте сами бесплатно. А вот сделали уже навес.
перекрыли крышу. До следующих видеопрогулок. Пока-пока.